Здравствуйте. Изменения. Если на тот случай, если вдруг снимут Викторию Папа, вот надо голосовать за эту девушку. Это кто такая? Это тоже из этой же команды. Арина Коршикова, да? Давай. Если ее снимут. Если можете, вот в это ознакомиться, приглашение. И если можете, распишите, чтобы я прослушали. Хотите расписаться? Подпись поставить? Давай там. Если можно, подпись там. Где подпись нужно поставить? Ну, вот здесь вот. И это Арина Кошикова. Если 5 ноября снимут эту женщину, да, эту Арину. Давайте, дайте. Викторию Шапа, если ее снимут, если будет она зачеркнута в бюллетене. Где нужно подписаться? А вот здесь подпись. И вот возьмите, почитайте эту программу и приглашение. А тоже можно, если я покажу. Это только одна, есть еще. Нам просто не дали для распространения, а только объясни. Хорошо, я сохраню для себя. Хорошо? Наоборот, может быть, кому-то еще скажу. Хорошо, хорошо, спасибо вам. Да. До свидания. Так говорят, что ее сейчас сниму, должны сегодня снять. Говорят, пока новости. Пока ничего не слышно. Пока еще нет. Пока еще нет, да. Запасной вариант номер 9. Номер 9. Маленький раздаем. Арина Коршикова. Независимый кандидат, да. А это вместо нее, если в случае чего? Арина Коршикова. Запасной вариант. А есть какая-то фотография, что... я даже ее в лицо не знаю. Ну, мы видели Викторию. Блондинка тоже. Тоже блондинка. Девятый номер. Девятый номер в бюллетене. Хорошо.